О финансах простым языком. В Чувашии проходит Всероссийская неделя сбережений. Семинары, консультации, образовательные программы и онлайн-квесты. Программа насыщенная. Как не стать жертвой финансовых пирамид, сегодня рассказали специалисты Национального банка России. Высокие проценты по вкладам, отсутствие рисков, гарантия дохода – признаки финансовых пирамид. Жертвами компаний, которые обещают золотые горы, становятся сотни людей. В мае в Чувашии осудили руководителей организаций, которые таким способом получили 172 миллиона рублей. Более 900 человек потеряли свои деньги. Как не последовать их примеру? Самое главное, что нужно знать гражданам, это обратиться на сайт Банка России, cbr.ru. Там указаны все государственные реестры тех организаций, которые являются профессиональными заимодавцами, которые имеют право выдавать займы и которые могут привлекать кредиты, привлекать денежные средства граждан. Следующий шаг – проверить компанию в реестре юридических лиц на сайте Федеральной налоговой службы. После запросить образцы договоров и копии документов и проконсультироваться с юристом. Таким же способом можно проверить микрофинансовые организации. Если вы попались на удочку мошенников, нужно обратиться с претензией сначала в саму компанию, а после в полицию. Нам важно дать информацию об основах разумного финансового поведения, чтобы граждане имели верное представление о финансовых продуктах и услугах, знали, как правильно распоряжаться своими деньгами и куда обращаться, если их права нарушены. Неделя сбережений продлится до 12 ноября. Подробная программа мероприятий указана на сайте вашефинансы.рф. Татьяна Леонтьева, Павел Рядков, Республика.